Донской госттехуниверситет давно работает над этим проектом. Для того, чтобы получить результат, мы обдуманно подошли к этому вопросу. Здесь приняли активное участие Торгово-промышленная палата, правительство Ростовской области, Донской госттехуниверситет. Согласием соответствующих министерств и министров мы обсуждали этот вопрос давно. И после обсуждения мы совершенно осознанно подошли к созданию промышленного этого центра. Приказ мною уже подписан, и руководство соответствующего центра начинает работать. Я поставил перед ними задачу о том, что в ближайшее время мы должны показать соответствующую работу, которую ждет сегодня правительство и регион полностью. А это означает, что Донской госттехуниверситет, как опорный многопрофильный вуз, перед собой ставит амбициозные задачи выполнять те поручения, те моменты, которые необходимо сегодня, в принципе, решать перед промышленностью, перед производством. Это и технология, это и производство, это многие вопросы, которые сегодня, в принципе, решаются в комплексе, как кластерное развитие всего региона. Это крупные промышленные предприятия, мелкие предприятия. У нас есть центр, у нас есть ученые. Сегодня есть техника и технология. Люди, которые могут оказать поддержку при разработках многих новых проектов. Поэтому ДГТУ сегодня имеет все шансы быть первым в регионе, и этот машиностроительный коворкинг-центр будет работать достаточно на самом высоком уровне. Надеюсь, что мы в ближайшее время покажем результаты. Под центр сегодня объединили мы много разных направлений внутри вуза. Это и структуры, и научные, и кафедры, и факультеты. Медиапарк «Южный регион» вошел в этот вот центр, в первую очередь. Это компьютерные технологии, несколько кафедр, которые сегодня занимаются в этом плане. Центр, который мы открыли, 4.0, это тоже вошел в этот состав. Роботы, робототехнические системы тоже занимаются в этом центре, и они будут обязательно принимать активное участие. Металлообработка полностью – это технология машиностроения, это центр металлообработки, который у нас сегодня есть. И я думаю, что самое главное сегодня надо обратить внимание, что на проектном уровне будут разработки, 3D будут разработаны те детали, те разработки, которые будут сделаны нашими студентами, учеными. И сразу, мгновенно, можно в ближайшее время увидеть это в изделиях. То есть все находится в одном, на одной территории. Кроме этого, в связи с тем, что к нам присоединился строительный университет, здесь будут некоторые вопросы даже решаться на архитектурно-строительном уровне. Конструктивы, разработки, новые материалы – это тоже очень важно. Могу вам сказать, что в ближайшие какой-то полгода мы покажем реальные разработки, которые уже будут сделаны это нашими молодыми учеными, где будут заниматься магистранты, аспиранты, докторанты. Это очень важно, что у нас вот все вместе в комплексе это будет решение. И надеюсь, что результатами будут довольны и правительство, и ВУЗ, и те предприятия, которые с нами будут сотрудничать.